Здравия желаю, уважаемые подписчики и посетители сайта. Сегодня мы проводим опыт вот над такой схемой. Ну, это я показывал ее на 220, а сейчас мы показываем ее на малых оборотах, как она работает. Значит, у нас мотор на 280, это на 360 генератор. И выходная лампа 30 штук по 0,5 ватта, вот они. Итого 15 ватт. 15 ватт. Так. Включаем. Включаем напрямую. Как видите, напрямую все нормально. Затраты напрямую я записал. Высчитывал по счетчику. 21 ватт затраты. А теперь мы включаем вот так вот через реле. Реле, значит, 1/10 работает, 2/10 нет. То есть 1 к 3. Включаем, что смотрим мы. Видите, то же самое. Что включено реле, что не включено. То есть выигрыш уже в 3 раза тут минимум. Вот. Как видите, реле включено. Но на это не отражается. Так как есть инерция, так как здесь конденсаторы есть, которые запасают на какое-то время инерции, чтобы не тормозилось. То же самое. И у нас получается большой выигрыш. Сейчас скажу какой. Итого, значит, двадцать ватт мы тратим при такой схеме. А должны были тратить 21. Сейчас скажу. Значит, 21. Сейчас я вам нарисую, чтобы видно было. Так не видно. Так. Сейчас я все изображу. Так. Значит, вот у нас схема его. Мотор 280 ватт. Далее. Это неверно. Далее выпрямитель. Выпрямитель. Вот он. Выпрямитель. 24 вольта. И тут реле. Тут реле. 0,1 работает, 0,2 нет. Питание не поступает. Вот питание. А тут у нас идет генератор. И на выходе лампочка. 15 ватт. 15 ватт. То есть мы что получаем? Три раза получаем. Три раза, значит, 45 ватт. Это только лампочка дает. Вот. А тратим 20. Так как у нас 3 раза работает. 0,1, 0,2 минуты. Раз, 0,1 и тут еще 2. 3. 3 периода. То есть получаем 15 ватт. Ой, 45 ватт. 15 ватт один раз. 45 ватт.
45 ватт. Далее. Получаем мы. Мы должны были затратить 21 ватт, а тратим 20 ватт. Но по времени у нас в 3 раза больше. То есть вот так. 21 должны были стратить. Помножим на 3 периода. Вот один период и тут 2. 3. Получается 63 и плюс 45. Плюс 45. Получаем 108. 108 делим на 20, что мы затратили. 5,4 помножим на 100. 540, видите? КПД системы 540. То есть можно пользовать, только надо две батареи. Это будет небольшой мощностью. Небольшой мощностью. Эта система. Но будет работать вечно. При таком токе. Если ее поставить на 220, будет больше. Но это я показывал. То есть вот эта система, как бы, показательная. Небольшой генератор. Ну, зато, говорит, как говорится, нету шума. И будет работать вечно еще не только, что она, как говорится, без топлива. Если сюда батарею, вместо этого батарея на 24 вольта. И на выход батарею. У нас в той батарее будет в 3 раза больше. Сейчас у нас стоит этот самый, как я говорил, 30 светодиодов по полвата. А так будет стоять, значит, батарея. И здесь батарея. Откуда брать? Брать можно с этой батареи, когда она опустошится на потребителя. Поменяли. Или поставили здесь реле. То есть схема тоже готова. Одна из схем. Всем спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне. И мы победили. То есть вечный двигатель и бестопливные генераторы. Это уже реальность.